За службу военных лично поблагодарил губернатор края Вениамин Кондратьев. Он приехал в расположение части. Не только навыки, умения, профессионализм нужен был вам при выполнении вашего профессионального долга. Мужество. Мужество в тех условиях, которые вы выполняли свою работу. Вы оказывали медицинскую помощь не только нашим солдатам в сложных условиях войны, но и мирному населению. Вы настоящие герои. Герои нашего времени. Мы по-настоящему гордимся вами. Уверен, и гордятся, и особенно радуются вашему возвращению домой вашей семьи. Дети, родственники, родители. И вместе с ними радуется наша Кубань. С праздником, с возвращением домой. Кроме военных медиков, с первого дня контртеррористической операции в Сирийской Арабской Республике участвовали и летчики авиационных баз Краснодарского края. Многие представлены государственным наградам. Напомню, 11 декабря о выводе значительной части российских войск из Сирии объявил Владимир Путин.